Тему материнского капитала в нашем выпуске мы уже затрагивали. И вот еще одно новшество. Первые две семьи в Пермском крае получили сертификат на материнский капитал в электронной форме. Для оформления электронного сертификата нужно подать заявку через личный кабинет на сайтах пенсионного фонда или госуслуг. Электронные сертификаты можно распечатать и использовать как традиционные. Пермский край вошел в пятерку регионов с наибольшим числом молодых предпринимателей. В России зарегистрировано около 12 тысяч предпринимателей в возрасте до 20 лет. Больше всего юных бизнесменов в Москве, Челябинской области, Пермском крае, Московской области и Санкт-Петербурге. Чаще всего предприниматели в возрасте до 20 лет выбирают сферы бизнеса, связанные с предоставлением услуг, в частности, аренда грузового транспорта, розничная торговля продуктами, рестораны и доставка еды. В Прикамье зарегистрированы 552 бизнесмена в возрасте до 20 лет. МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре. Синоптики прогнозируют ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, днем 21-26. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, а также по возможности отложите поездки за город. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова.